Лето – пора загородных выездов и шашлыков. И, конечно, любая гостеприимная хозяйка хочет удивить своих гостей необычным блюдом. Сегодня в нашем топ-10 быстрые, но изысканные способы приготовить мясо. На четвертом месте – шашлык из семги в ананасовом соке. Четвертое место – шашлык из семги в ананасовом соку. Если к вам внезапно нагрянут гости, этот шашлык можно приготовить за 10 минут. Филе семги. Отделяйте от шкуры семги. Режем тоже под наклоном, не слишком толсто. Помещаем в емкость. Добавляем немножко соли. Перца немножко. Размешиваем немножко. Сильно мешать семгу ни в коем случае нельзя, чтобы не повредить кусочки. На килограмм семги примерно ананасового фреша, ну, примерно где-то грамм 200 можно добавить. Рыба уже замариновалась. Можно нанизывать на шампур. Нанизываем аккуратно, чтобы не повредить кусочки, чтобы они не упали. Семга жарится быстро очень, буквально 3-4 минуты. Вкуснейший шашлык из семги готов.